программы. Сейчас пираты 21 века не похищают деньги. Зачастую технологии манипуляции заставляют жертву буквально сами отдать свой капитал. Мошенники играют на развод вот-вот сойдет на нет, это значит, что для живущих в сети вполне возможно в скором времени вновь появится новая волна мошенничества. Владимир Королев, Виктор Борисов и Виктор Шпак. Зона X. Итоги недели. Такой была неделя глазами журналистов программы. Наше видео доступно на сайте компании www.tvr.by. Кроме того, обзоры дня, утром и вечером. Это была Зона X и я. Называют острова и перевозки. Если вы заходите на берег,